Черенкую пеларгонию Эва Аш. Сейчас посадим, пакетиком накроем и отправим укореняться. Срезы обмакну в укоренитель. Готово. Вот так я ее обчикала. Цветущие оставила пока. Пусть доцветет. Вот такая конструкция получилась. Конец марта. У нас все еще есть тыква. Мускат де Прованс это. У меня новое приобретение. Вот такая замечательная штамбовая роза. За 6 евро. И сейчас я ее буду сажать. Вот такая розочка. Так, здесь нарисовано, что сначала ее надо отмочить. Только потом сажать. Так, замочим ее в янтарной кислоте. Вот такие корешки у нее. Пока она тут отмокает, я приготовлю грунт. Я буду сажать ее в горшок. Здесь показано, что можно посадить в открытый грунт. Но я буду в контейнере выращивать. Ну вот она постояла здесь пару часов, отмокла. Посадим. Посадила. Сейчас полью. Ну, вот такая вот красота получилась. Надеюсь, что вырастет как на картинке. Весна у нас несомненно ранняя. 20 марта мои фрезии проснулись. Обычно я их сажала в апреле. Ну вот, есть большие, маленькие, я их почистила и замочу в растворе вермикстракта. Мои луковки я замочила, а это новенькие я купила, и они еще совсем не проснулись, я их буду в апреле сажать. Ну вот где-то так. Малышей я посажу отдельно. Ну, вот так посажены малыши, детки. Надо проверить коробку, которая стояла на хранении в плюс 7. С гладиолусами, калами. Ну, здесь все неплохо. Все было закрытым мхом. Я клюква. Вот сколько осталось. Так она в сухом виде простояла всю зиму. Плюс 7 градусов. Прошел месяц посадок. Так, буйным ростом показала себя каскадная лабелия. Блю. Виз Ай. Голубая с глазками. Так, лабелия каскадная посерединке. Ну, что-то есть. И совсем ни одного всхода вот этот Rain Purple Viola Vitrica. Уж я не знаю, что здесь я неправильного сделала. Ну, вот такой результат. Лабелию срочно пересажу. Ну вот, я пересадила, полила раствором янтарной кислоты, одна таблетка на литр. Ну вот, поставим на светлое место. Пикирую перцы. Маркони это. Ну, тут 22 дня с момента посева. Покажу, какие корешки. И очень они потянутые. Вот если в таком маленьком возрасте их пикировать, то можно углублять до самых 7 долей. Они способны нарастить дополнительные корешки. Очень будем надеяться на это. Ну вот, перцы готовы. Распикированы. Вот они в тепличку поставлены. На первое время хотя бы.
процеживаю свой настой недельный для обработки кустов. Это очень вкусно пахнет из-за апельсиновых корок. Обрабатываем кусты. Нужно вообще до распускания почек. Но это жимолость, она ранняя. Ее нужно было раньше. Так, это смородина у нас.